В четверг, 15 октября, прошло торжественное награждение победителей конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области по итогам работы 2014 года». С приветственным словом присутствующим обратился заместитель председателя правительства региона Шаукат Ахметов. Все вы показали высокие результаты в прошедшем 2014 и 9 месяцах текущего года. Это означает, что вы и ваши коллективы понимает важность поставленных задач, и несмотря на те кризисы и явления, которые существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, продолжаете уверенно смотреть в будущее и развивать свое производство. Победителем в подгруппе производства, передачи и распределения электроэнергии, газа и воды в седьмой раз подряд стала Новорязанская ТЭЦ. Член совета директоров ООО «Новорязанская ТЭЦ» Егор Шестаков получил из рук Шауката Ахметова почетный диплом первой степени «Лучшее предприятие отрасли». Всегда готовы к отопительному сезону. Вся ремонтная программа выполнена. Продолжаем нашу инвестиционную деятельность. Работаем не только над техническим ресурсом оборудования, но и над эффективностью нашего оборудования. Очень надеемся на безаварийность работы тепловых сетей в этом сезоне. Вторым подряд.